Ну что смотришь? Я скоро приду. На место, Лада. На место. О, Иван Иванович. Ну, заходи, заходи. Не вовремя я, вы собрались уходить? Да нет, ничего. Успеется. Здрасте. Здравствуй. Ну, проходи. Спасибо. Проходи, выбирай. Вон они. Ладно. Ну что ты, ладно. Ты хороший. Я тебе зла не сделаю. Не сердись. Лада, веди себя прилично. И в папу, и в маму. Чистота. Да. Не придерешься один в одного. Элита. Лада, смотри. Чует, зачем я пришел, вот и нервничает. Лада, Лада. Ну, успокойся. Фу, фу. Придется увезти, пойдем. Пойдем, раз вести себя не умеешь.
прекрати. Ну, как тебе не слышно? Ты смотри там, а я ее на поводок посажу. Выйди ко мне. А вы говорили, что она 7 принесла. Точно. Я уже 3 отдал, а 4 остались. А, понятно. Фу. Сейчас иду. Ну все, Лада. Все, не злись. Попей молочко. Спокойно. Выскребся. Сразу надо было утопить. Все признаки вырождения налицо. Альбинос проклятый. И откуда он взялся? Бывает, желтые рождаются, а вот такой раз в 100 лет. Всех предков опозорил. Жена пожалела топить, а теперь поздно, сам видишь. Теперь надо как-то по-другому избавляться. Ты уж не говори никому, а то и родителям жизнь испортишь. Усыплю я его сегодня. А что поделаешь? Узнаю, в следующий раз щенков брать не буду. Ладно, смотреть тоже. Иди отсюда. Хоть я тебе этого советую. У него окрас яркий. А? Бери любого из этих 4. Они все через 2 года медалистами будут. Гарантию даю. Это да. Кто это сделал? Кто это натворил? А? Ай-яй-яй-яй-яй. Вот разбойник. У нас ведь убираться некому. А мне нагибаться трудно. Ты где? Ну-ка, иди сюда. Где ты? Иди, иди, иди. Давай, давай поговорим. Ну, посмотри. Посмотри сам. Библию для верующих и неверующих изорвал. Ну, книги трогать нельзя. Нельзя книги. Нет, 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 нет. Ты послушай. Ну, Би, книги нельзя, а то вот. Да, 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 да. Понял, 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 понял. Как стыдно. Как стыдно, а? Перышками заинтересовался. Это ведь не куропатка. Это подушка. Помогать пришел. Ну, давай, давай. Вот, молодец. Ну, спасибо. Интересуешься. Здравствуйте.
Что, скучно одному? Я ждать тебя стараюсь. Иначе нас приличное общество не пустят. Ладно. Ты не расстраивайся. Вот послушай, что мне удалось выкопать у Сабанеева. Если мы примем во внимание, что в основании сеттера лежит самая древняя раса охотничьих собак, то не станем удивляться тому, что сеттеры представляют едва ли не самую культурную, интеллигентную породу. Вот правильно. Теперь дальше. Породу красных сеттеров вел также московский дворцовый доктор Берс. Одну из красных сук он поставил с черным сеттером покойного императора. Какие вышли щенки, куда они девались, не знаю. Знаю только, что одного из них вырастил у себя в деревне граф Лев Николаевич Толстой. Понимаешь, Бим, если твое ухо черно от кобеля императора... Ну хорошо, не будем про императора. То весь-то ты можешь быть прямым потомком собаки величайшего писателя. Спи. Спи, спи. Все будет хорошо, Бимка. Все будет хорошо. Ищи, Бимка. Ну что встал? Ищи. Ты сегодня хорошо работал, Бим. Только при взлете птицы ложиться надо, а ты горячишься, увлекаешься. Нельзя так. Нельзя. Под выстрел попадешь. Получим мы свидетельство о родословной и медали получим. Кому же их давать, если не тебе? Вот увидишь. Ты собака. С удивительным чутьем. Не помешаю? Нет, нет. Вот теперь вы мне все прояснили. Я ведь вас часто в лугах вижу. Гляжу вроде как охотник, а без ружья. Значит, все это для него. Угу. Чтобы он свое предназначение оправдывал. Вот ты скажи, как птица учует, так становится как мертвый. Да. Вот бы мне такого на рыбу. Видать, шибко породистый. Породистый. Но не все у нас в порядке. А что так? Окрас должен быть и сине-черный, с рыжими подпалинами. Угу. А мы вон какие уродились. Окрас абсолютно нетипичный. Это считается признаком вырождения, поэтому документы нам могут не выдать. И вообще лишить всех собачьих прав. Значит, если бы как все уродился, то все в порядке. А как, значит, свое обличие имеешь, то сразу и плохо. Это неправильно. Да вот мы с Бимом тоже считаем, что неправильно. Ну, а как рыбка-то? А,
Да бог с ней, с рыбкой. Посмотришь окрест, и ладно. Все для пользы и все для радости. Вот как у него и ноги, и уши, и нос. Мы с твоим носом не пропадем, Бим. Еще другие завидовать будут. Но только ты от этого свой нос не задирай. Ну, я пошел. Пора. Счастливо вам. Вдвоем-то легче, хоть поговорите с кем. Иногда мне кажется, что это было совсем недавно. Иногда, что очень давно. Наше первое лето пронеслось для меня незаметно. Бим уже знал все мои обязанности и привычки. Мы с нетерпением ждали осени. И она, наконец, пришла. Живей, граждане, поживей. Автобус отправляется. Подходите. Не пугайтесь. Эта собака добрая, она не тронет. Сидеть. А водить собак не положено. Как не положено? Так что, согласно инструкции, выходи. А почему это не положено? А вот так не положено. Да брось ты выдумываешь. Ну, что мне бросать? Что мне бросать? Помешала. Вот пока не выйдет, не поеду, все. А тебя ждали полчаса. А кто не купил билеты, приготовьте деньги. Не задержу, товарищ, не задерживайтесь. Сказал, не поеду, все. Делать. А я откуда знаю? Я заплачу. Ну, иди, иди, папаша. Не имею права. Колымщик, знаешь ты кто? Иди, иди. Паразит ты, рабочий класс позоришь. Я в комендатуру сдам, у меня свисток есть. Свисти, свисти. Свистун. Зря вы ему дали. Не имеет он права. Привет, ребят. Желаю удачи. Всего вам хорошего. Thank you.
Давай отдохнем. Ты даже и представить себе не можешь, что я взятку дал шоферу. Ну да, тебе это все равно, а мне? И какая разница, рубль я дал за малое дело, или 20 за большое, или 1000 за крупное. Все равно стыдно. Словно продаешь свою совесть по мелочам. Эх, Бимка, не понять тебя, что вот эти вот бумажки и совесть иногда находятся в прямой зависимости. Здравствуй, Трофимыч. О, Иван Иванович, здравствуй. Здравствуй. А я думаю, кто это так припозднился? Ночевать пустишь? А как же, хорошему человеку завсегда рады. А вот и картошечка. Тут я смотрю, слабо у тебя нынче трофей. Только одного и пострелил, не повезло. Да нет, еще 3 Бим поднял. Что же, не попал? Стар, наверное, стал, Трофимыч. Ха. Жалко стало убивать дичь. А совсем не стрелять, собака загибнет. Красивая собака. Вот не все так считают. Окрас нестандартный. Боюсь, свидетельства не выдадут. Что же, он плохо служит, что ли? Да нет, служит прекрасно. Собака, умниц каких мало. Ну, погляди, погляди, как ластится. А в нем, говорят, хорошо он и ластится. Ладно, Бимка, иди на место. Небось, и вам повеселее стало жить. Как вдвоем-то зажили. Да повеселее, Петровна. Повеселее. Верно, верно. Ну, кушайте, голубчик. Спасибо. Кушайте на здоровье. Вот насчет убивать жалко, это ты правильно. Она убивалась уж досыта. Помнишь, распоряжение общества охотников вышло? Всех сорок убивать, вредные, говорят, птица и коршунов. Ну, как же, помню. А потом новая установка. Вовсе они не враги, и убивать их запрещено. А волки? А этих почти начисто уничтожили. И новые распоряжения, ворон бить, они же гнезда разоряют. А я тебе так скажу. Сколько я птиц-то мертвых собирал от яда фразы, что в землю сыпет. Я понимаю, землю от вредителей спасали. А птиц-то губили. А раз птиц губили, стало быть, и лес. Как лесу без птиц стоять? Ха. А кто в этом виноват? Вали на серую ворону. Ну, теперь он, кажись, все всполошились. Закон приняли, постановления разные, чтобы всему живому легче дышалось. И слава богу! Только в этом деле каждый, ну, свою ответственность должен иметь. Понимаешь? Душой болеть. Ведь природа – это жизнь, а жизнь – это природа. Им друг без друга никак нельзя. Это все должны уразуметь. С малолетства. Будь ты потом министр, будь ты пахарь. Написать бы тебе обо всем этом, Иван Иванович, а? Ну и набалабонил ты, старик. Нет, он верно говорит, верно. Только вот, Трофимыч, писать-то надо вовремя, а не после дела. Это точно. После дела завсегда храбрецов много. Ешьте, голубчик, ешьте. Я тебе так скажу. Свидетельство нужно по уму давать, а не по окрасу. А ты не расстраивайся. Умный пес, он сам себя докажет. Пришел твой вежделенец-то. Иду, иду. Лосенок, мать-то у него подстрелили. Вот мы его и выкармливаем. Сейчас, сейчас.
На, на, на. Идем со мной, идем. Иди сюда. Ну, иди сюда, иди. На. Ох, молодец, а. Да не торопись ты, не торопись. А это, голубчик, вам гостиница. Что вы, Петровна. Кушайте. Спасибо, спасибо. Кушайте, сейчас идем. Ну, до свидания. До свидания. Свидания. Пойдем, Пип. Заждался, на беги, беги. Что смотришь? Бывает? Ну что стряслось? Это ежик называется, Би. Он существо полезное. Нельзя. Это враг всех вредных насекомых. Ты его не напугаешь. Он смелый. Он даже змеи не боится. Пойдем. Знаешь, некоторые ученые люди говорят, что ты все видишь серым. Жалко. Но ты не расстраивайся. Во-первых, они могут ошибаться. А во-вторых, значит, у тебя есть своя точка зрения. Сегодня у нас был счастливый день, Билл. Thank you.
Да, это были действительно счастливые дни. Пришла зима. Мы были готовы к первому экзамену и с нетерпением ждали лета. Мы не знали, что на нашу долю выпадут более серьезные испытания, чем признание охотничьих способностей Бима. Мы не предполагали тогда, сколько негаданных друзей и врагов встретится нам впереди. О! Бим! Ну, здравствуй, Бим. Ты чего здесь сидишь-то? Не потерялся ненароком, а? Ну, показывай, где твой дом. Показывай. Иду, иду я. Здесь, значит. Ну, входи. Потерпи. Сейчас тебе хозяин откроет. А я пошел. Я пошел. Ну, входи. Ну, что ты не входишь? Бим, ты что не входишь? Здравствуйте. Я думал, он потерялся. Ну и он привел меня. Ну, заходите. Да нет, спасибо, неудобно, знаете. Нет, нет, заходите, пожалуйста, мы будем рады. Прихворнул я. Приходится ему гулять одному. А не боитесь? Нет, Бим меня надолго не оставляет. Погуляет, поцарапается в дверь, знает, что она откроется. До звонка-то ему не дотянуться. Вот он и дает о себе знать. А вообще он твердо усвоил, что двери существуют для того, чтобы каждый мог войти. Попросись, и тебя впустят. Хорошо, если бы так было. А вы чем же хвораете? Грипп? Нет. Сердце шалит. Старые раны. Да, раны, конечно, украшают, но не радуют. Да. А хозяйка-то где? Гляжу, вы сами управляетесь. Нет ее. Уже 3 года нет. Извините, я как-то... Беда. Да, а у него-то как? С правами? Признали или нет? Это только летом выяснится. На выставке. В порядке, можно приступать. Благодарю вас.
перейдите на 5-й номер. Это еще что за чудо? Нечто невиданное. Почему невиданное? От Бесты и Лады. Тут вон еще три брата ходят. О, ну, не может быть. Альбинос. Первый раз вижу. Он бы его хоть перекрасил перед выставкой. Поразительный видео. Юморист. Если хозяин хотел пошутить, пусть бы выбирал другое время и место. Кто он? Пенсионер. После войны. Человек серьезный. Знаете, пишет, иногда даже печатается. Все пенсионеры пишут. Попросите его к столику. Владелец собаки, идущий в ринге шестой, подойдите к судейскому столику. Владелец собаки, идущий в ринге шестой, пожалуйста, к судейскому столику подойдите. Теперь всех моих щенков забракуют. Да-да, вполне возможно, что и забракуют. Если бы судьи-то были наши. А то ведь какой-то профессор из Москвы приехал. А по-моему, этот белый пес самый красивый. Кого же ты вы нам представили, уважаемый? Самого доподлинного шотландского сеттера. Родители указаны в оценочном листе. Но ни у отца, ни у матери нет белого и в помине. Это верно, но дело в том, что... Мы не имеем права оценивать вашу собаку. Отложите. Ну, она обладает выдающимися полевыми качествами. Вполне допускаю. Я снимаю с ринга вашу собаку, так как ее окрас не соответствует стандарту породы. Но вы знаете, еще у Льва Николаевича Толстого в деревне был сеттер. От красного отца и черной матери. И вот оттуда... Эх, куда махнули, уважаемые. Это каждый может происхождение своей собаки довести до собаки-писателя. А там и самому недалеко до Толстого. Действительно. Сколько их у нас, толстых-то? Ужас, как много объявилось. Это еще что такое? Попросите постороннего с ринга. Ладно. Пойдем. Посторонних прошу удалиться с ринга. Пойдем. Иван Иванович, Иван Иванович, ну не обижайтесь. Кабель Бим снимается с ринга без оценки, ввиду несоответствия стандарту породы. Ваш портфель. Зачем ты его вывел? Я ж тебе говорил. Все равно эта собака самая красивая. Что ты понимаешь? Продайте собаку. Продайте. Ты молодец, Бим. Высказался честно и принципиально. Ладно, не переживай. Будем жить дальше. Ты хороший пес. А таких все любят. Даже если у них нет родословной медали. Учиться. А собак этих развелось. Разве раньше возможно было такое? Разве жильцы потерпели бы вот такое безобразие? Заразу разносят, дефицитовые продукты жрут. Кто? Кто? Собаки. Здрасте. Здравствуйте. Нахал. Я вам говорю, он каждый день к ней ходит. Ну и что? А может, у них любовь? Любовь. В отдельной однокомнатной любовь, как же. Вот раньше, в коммунальной, когда все слышно, поди-ка что-нибудь сделай. Нет, они и пользу приносят. Кто? Ну, кто-кто. Собаки. Привет. Поняла. Ты посмотри, что делается. Вот куда родители смотрят? Да я на их месте давно бы уже заявила. Кажешь тоже пользу у такого хозяина. Выпускает одного без намордника, детей пугать. Еще укусить может. Кто? Кто-кто? А собаки же говорил. Тоже понятливая. Да я. Укусил! Укусил! Да что же это такое делается? Люди добрые! Вы все свидетелями будете! Я этого так не оставлю! Людоед! Балдидыч! Где вы, балдидыч? Что ж такое? Я знала, что этим кончится!
Что кричишь? Так укусил же паразит! Бим, что с тобой? Кто тебя напугал? Сейчас пойдем вместе в редакцию, а завтра начинается охота. Входите, входите. Не заперто. Привет, значит. Здрасте. На охоту? На охоту, на охоту. За лисицами? Ну, к лисицам мы не имеем никакого отношения. На охоту придется повременить. А почему, собственно? Охота ведь разрешена? Разрешена-то разрешена. Ограничена. Ну, к делу давайте. Садитесь. У вас собака, а у меня жалоба на нее. Вот. Чепуха какая. Он никогда никого не кусал и не укусит. Бим, собака интеллигентная. Интеллигентная. Да он меня лично единожды в подъезде чуть с ног не сбил. Что это вы как странно рассматриваете жалобы? На кого жалоба? Тому и даете ее читать? Во-первых, так положено. Во-вторых, жалоба не на вас, а на собаку. А собаке мы читать не дадим. Собаку надо увольнять. У нее вот согласно заявлению и соответствующих документов нет. Я проверял. Надо встретиться с жалобщицей, поговорить. Может быть, все уладится. Одну минуту. Одну минуту. Ты где тут? Здесь я, здесь. Где ж мне тут? Давай, иди. Пропала наша охота, Бимка. Вот. А что? Да, я и в глаза скажу. Нет у нас такого закона, чтобы всякая тварь на людей кидалась. Все видели? Он меня укусил. Он вас укусил? Хотел укусить. Хотел? Почти укусил. Бим, ты где? Ну-ка, иди сюда. Иди. Вот там осталась дверь открыта. Пойди, закрой. Закрой. И захвати мне тапочки. Ну, скорей. Вот, хорошо. А теперь принеси вторую. Принеси вторую. Ну вот, спасибо. Ишь ты, славно получается, славно. Молодец. А теперь садись на стул. К нам пришли гости. Поздоровайся, поздоровайся. Здравствуй. О, левый. Лишь бы тоже, подойдите, подойдите. Протяните руку и скажите, дай лапку. Не укусит? Не бойтесь, не укусит. Поздоровайся, Бим, поздоровайся. Ну, дай лапку, дай. Не бойтесь. Дай лапку. Бим, это что такое? Как ты себя ведешь? А ну, подойди сюда. Он же меня оскорбил, чтобы какая-то паршивая собака меня, порядочную женщину, ни во что не ставила. Хватит! Не кусал он тебя и не собирался. Он с тобой и сдаться-то не хочет. Ты на меня не ори. Суть! Тоже мне порядочная женщина. Иди отсюда. Иди, иди. Я уйду, но вы у меня ответите. Вы вспомните все, что вы тут говорили. Я вам припомню это. Уж очень вы с ней грубовато. Да с такими иначе нельзя. Таких распусти, весь дом пойдет чертокопытом. Ведь на дурного жильца даже унитаз урчит, ей-богу. Вот самый мой страшный враг кто? Кто? А тот, кто не работает. У нас, брат, можно и не работать, а есть от пуза. Да можно, можно не работать. Вот ты, например, что делаешь? Я-то пишу. Да разве это работа? Сидишь, ничего не делаешь, а деньги, небось, платят? Иногда платят.
А вообще-то я на пенсию живу. А, я тоже на пенсии. Но работаю. Преддомкома. Учти, бесплатно работаю. Всю жизнь на руководящей. А персональные не дали. Но ведь писать тоже трудно. Писать-то? У нас теперь все грамотные. Эх, был бы ты молодой. Взялся бы я за тебя. Ну, да ладно. Ежели правду пишешь, тогда валяй, раз уж такое дело. За правду-то и заплатить можно. А то за нее чаще расплачиваться приходится. А ты, Бим, живи. Только с теткой не связывайся. Иди в сторону. Иди домой. Ты что? Тихо! Тихо! Это кто тут трудовому народу отдыхать не дает, а? Ты меня спрашиваешь? Протри глаза-то! Вот гляди, эта зараза опять меня кусает! А куда это ты направил? Может, всем сообщишь? Знаю, знаю куда. Опять на рынок. Торговать втридорога. У людей воскресенье. Настроение хорошее. А ты с них трудовую копейку тянешь. За что ты ее, Павел Титыч? Может, она в туристке записалась? Да что же ты такое делаешь? Что же ты меня вместе с кобелем на весь двор позоришь? Да я про тебя такое напишу! И как вам только не стыдно! И чего мне стыдно? Это тебе должно быть стыдно! Я про тебя тоже напишу! Пиши, пиши, писательница! А ты, Бим, иди домой! Говорил я тебе, не связывайся с ней! Ничего, ничего! Смеются, смешно! Вот вас бы покусал вот такой зверь, тогда бы я посмотрела, как вы посмеетесь! Человека не видели, повыскакивали все. Дождетесь, он вас всех перекусает. Ну что, охота, охота. Доволен? Пошли, а то опять кто-нибудь помешает. Пошли. Я вас давно выглядываю. Что-то все нет и нет. И охота вроде разрешена. Да. Ну, думаю, значит, лишили прав и собаку отобрали. Ну, так не бывает. Прав нас действительно лишили, но обязанности остались. Ну что, обидели тебя? Не волнуйся. Все равно я тебя ни на кого не променяю. Ну и правильно. Дружба, она и без документов дружба. Кто там? Иди побегай. Разве бумаги где? Во, это что за явление? Это не явление. Это беда. А где же хозяева? Да нет у нее хозяев. Были. У всех бездомных собак когда-то были хозяева. Вот жила эта лохматая в каком-нибудь маленьком доме, деревянном старом. Хозяев не обременяла, служила им как могла. Потом
Дом снесли, хозяевам дали новую квартиру с паркетом и кафелем. Вот они собаку-то и выгнали. Вы это правда знаете или сочинили? Это не я сочинил, это жизнь сочинила. Пропадет ведь она, а я ее себе возьму. Ну-ка, иди сюда. Иди, иди. Биль, ко мне. Постой! Куда ж ты? Я тебя все равно поймаю. Погоди. Что ж ты сердишься? Вы идите, я ее издавлю. Я издавлю. Не пойдет она к вам. Пойдет. Она теперь людям не верит. Я тебе ничего не сделаю. Пойдем, Бин. Худо мне, Бимка. Плохо. Плохо мне. Осколок. Осколок тронулся. Худо мне, Бимка. Заходите, заходите. Кто там? Это врачи приехали. Бим, нельзя. Что ты, Бимушка? Ко мне. Что же делать? Бим, ко мне. Успокойся. Это свои, свои. Но успокойся. Не бойтесь, доктор. Дайте мне руку вашу. Руку дайте. Ну вот, Бим. Горе-то какое. Что беспокоит? Сердце. Бим, поди сюда. Осколок. Тихо. Стой. С войны. Ну что ты топаешь? Когда был последний приступ? Стой, тихо. Ну, так не было. Так не было никогда. Никогда. Расстегните рубашку. Придется поехать в больницу. Степанна, а где Бим? Тут, он тут. Потерпи, потерпи, милый. Собирайтесь. Поживее, поживее. Бимка, что поделаешь? Ждать. Я скоро вернусь. Ждать, понимаешь? Ждать. Бимушка, тебе нельзя. Куда ты? Нельзя, Бимушка, нельзя. Оставайся. Степановна, голубушка. Слушай, Иван Иванович, слушай. Присмотрите за Бимом. Хорошо. Выпускайте его утром. Да, да, он да. Сам придет, он всегда приходит. Минуточку, подождите. Все будет сделано, все. Он будет ждать меня. Я сказал ему, он будет ждать. Хорошо, Иван Иванович, не волнуйтесь. Пожалуйста. Поправляйтесь, Иван Иванович. До свидания, Иван Иванович. Все будет в порядке. Выздоравливайте, Люся. Так, спасибо. Вот, Бим,
Я тебе кашу принесла. На, поешь. И смотри, сердечный какой, а? Это же ум непостижимо. Бим, ну тогда пойди погуляй. Ну, поищи что-нибудь сам. Да небось и травку любишь какую-нибудь. И в помойке что-нибудь раскопаешь. Иди, иди, гуляй. Иди, ищи, ищи. Чего тебе здесь надо? Ой, отстань. Вот привязался. Отвяжись. Да чего ж ты сюда пришел, а? Эй. Уходи, уходи! Взять ее, взять! Петров, прогони кобеля, а то мне шеф шею намылит. Ну, давай, давай, иди-ка отсюда, ну-ка. О, сюда нельзя ходить, здесь заведение серьезное, медицина, браток. Вот так. На вызов, третья бригада. Ну, куда ж ты побежал? Ты еще здесь, пойди прочь. Так, маршрут. Садовая, 47. Уйдешь ты наконец.
Не люблю я ночью дежурить. Пиши заявление по собственному желанию. Ты что ж, так и не уходил никуда. Вот незадача. Проголодался, поди. Ну, давай я с тобой поделюсь. На вот, ешь. Брат, совсем дело плохо. А что ж стряслось-то? А? Да поешь. Поешь. Ах ты, горемыка. Хозяина ждешь. А здесь ведь не больница, а скорая помощь. Давай-ка я тебя выпущу. Ну, беги. Беги, друг, домой. А то, может, действительно тебя хозяин дома ждет, а ты тут. Вот и правильно. Молодец. Прощай. Да не обманываю я тебя. Беги домой. Открою. Пришел. Умница. Ну, хватит. Пришел, горемышный. Есть будешь? Ну, так и знала. Покормился сам. Молодец. Ну, спи, спи. Утром выпущу. Спи. Доброе Здравствуйте. Утро. Здравствуйте. Это что такое? Собака в медицинском учреждении? Немедленно примите меры, чтоб духу ее здесь не было. А сейчас, помогите мне, товарищ. Убирайте, я кому сказал? Не бей собаку! Справился. Может, она тебя послушает? Ну, сколько тебя можно уговаривать? Если тебя вот так. Неужели не понимаете, она хозяина ждет. Я ж тебе еще вчера сказал, нет здесь твоего хозяина, нет, его искать надо. Ну, иди, давай, иди, давай, иди. Давай, иди. Иди. Давай, иди. Ищи иди, своего иди, хозяина. Иди. Вот так, молодец. Закрой калитку. Thank you.
Ты что, хозяина ждешь? Или потерялся? На, возьми конфетку. Ну, возьми, она вкусная. Не возьмет? Возьмет. Бумажку снять надо. Значит, не голодная. Ну и ну. Дошли. Кобели на проспекте. Видишь? На твоей, небось, территории. Ну, факт, вижу. Видишь, ничего ты не видишь. Вот, вот даже конфету не берет. Заелся. Житья нет. А ты не живи. Ишь, как ты исхудал, бедняга. Что? На личности переходишь? Чего вам смешно? Чего смешно? А ну, посторонись, гражданин, мне работать надо. Ну, я кому сказал, дубова твоя голова? Что, опять оскорбление? Вы слыхали? Я сейчас милицию позову. Вот. Ну, давай, давай, зови. Я тебя покажу. Видишь, ты профессор. Товарищ, он меня милицией. Товарищ, милиция, помогите разобраться. Слушай вас. А ты сиди, жди. Придет хозяин. Не уговорил. Наташа, ты с ума сошла. Где ж твоя милиция? Сейчас увидите. Нельзя. Собачка, пойдем с ней? Нельзя трогать, может, собака заразная. Ну, потом руки замок. Действительно безобразие. Кругом грипп, инфекция, рак желудка. А тут что? Тут рядом с молодым поколением, можно сказать, с нашим будущим, сидит живая зараза. Не всякая собака зараза. Посмотрите, какой он милый пес. Какая дикость. Боремся, боремся, лекции читаем. Какая у вас дикость и необразованность, гражданочка. Вы в этом совершенно уверены? Да сам ты зараза. Дикость. Дикость и есть дикость, она и меня укусила. Укусила. До крови, и я целый месяц была нетрудоспособной. Так мы вам и поверили. А куда уже сила? Покажете? Миша, щенок! Воспитали тебя в институте, гаденыш! А ты порядочную женщину о чем просишь? Да мало ли что люди подумать могут! Как же ты дальше будешь? Куда мы идем? Вы знали, как выглядите со стороны, вы позавидовали бы этой собаке. И я вам, между прочим, не ты. Кто вам дал право меня оскорблять? Милиция! Милиция! Зовите милицию! Здравия желаю, в чем дело, кто кричал? Вот она! Так куда вы смотрите? Чем занимаетесь? Собаки! Собаки на перекрестке областного города! Собаки! И так. Такие вот дикие пятикантропусы! Он опять выражает, и 15 суток не боится! Нет, подожди! Одну секунду! Содержитесь! Все слышали, что может быть твердить? Жала руками! И раз нас в милицию, то обязательно есть собаку! Собаку тоже берите! В чем дело? Да этот студентишка и хочет в милицию идти, эти обоя хотят? А он не хочет. Это ж не положено. Не подчинение. Идут, должен идти. Мало бы что. Проводите в отделение. Что же мне с тобой делать? Кого же ты ждешь? Хозяина ждешь? Все они студенты такие. Учат их за наши деньги, а они оскорбляют. Вот он! Явился, не запылился. Вот он главный виновник. Из-за него ведь все. Вот еще один свидетель есть. Молодец, что привела. Он сам пришел. Он умница. Умница. Тоже еще что? Придумай. Да разве можно о зверях такое говорить? Мы с ним все видели и слышали. Этот парень ни в чем не виноват. Что? Да я при людях и выговорить не могу, как он меня обозвал. Ходят тут всякие. Собака это бродячая. Ее отравить надо. Хватит. Да что, мы же к вам пришли в интересах же. Помолчите, а то сейчас всех посажу на 15 суток. Рассказывайте. Люсенька, ты во дворе Бима не видела? Нет. Что-то он загулял у нас сегодня. Придет. Ну что, правильно мы с тобой все рассказали? Да? Пожалуйста. Спасибо. Вы идите. Наверное, и нам уходить. Спасибо тебе, пес. И вам спасибо. Все понимаю. А мы? А как же мы? А вы посидите. Вам полезно. Соедини меня с союзом охотников. Сейчас. Ну что, черное ухо, а? Андрей Леонидович. Алло, нужны сведения о собаке. Легавая. Номер? Сейчас посмотрим. 124. Как так нет? Да не может быть. Собака хорошая. Куда? Горсовет? А, спасибо. Соедини меня с горсоветом. Угу. Нет, у нее никакого хозяина. Нету. Собака не регистрированная, ошейник красный. Ну, так мы подлазгаем, ну что? В милиции нас облаивают, а им хоть бы смыть. Ну вот что, идите, да. До свидания. И это все? Какой же у вас будет порядок после такого? Распустили. Ветеринарная. Идите, дело. Идите, дед.
124 номер, посмотрите. Какое тебе дед? Я тебе отец, папаша. Отдыхайте. Септер с внешними наследственными дефектами? Может, и с дефектами. Вежливо обратиться-то не могут. А хотят вот таких с дефектами воспитывать. По головке гладить. А он, подождите вас, гав, и скушает. Людоед. Что? А зачем мне? Мне адрес хозяина нужен. Записывайте. Проезжая 41, квартира 19. Нашелся хозяин. Откуда только я этот адрес знаю? Да это же адрес укушенный. Кого? Укушенный? А, Пятикантропуса. Значит, у ней с ним старые счеты. Ну что, сами отведете? Отведу. Сейчас, сейчас. Не звони, не звони, милая. Здравствуйте. Здравствуйте. Хозяин в больнице пришел. Абим у нас за хозяина остался. Он погуляет, погуляет и приходит. Ну, хоть. А вы проходите, проходите. Нет, Димушка, нет. Не вернулся он. А ты что ж знакома Ивана Ивановича? Нет. Я вот с Бимом познакомилась. Он меня сюда и привел. Хотя мне адрес милиции дали. Как милиции? Я ведь думала, что он потерялся. А он, значит, хозяина ищет. Что же это он? Ничего не ест. Дом ничего не ест. Что не дам? Да пойди на улицу что-нибудь находит. Нет. Это он по хозяину тоскует, потому и не ест. Он ведь так пропадет. Да ну не пропадет. О, такая умная собака не пропадет. Сколько он их по улицам бродит? Эй, находит что-то. Ну, давай, мы тебя покормим. Поешь. Поешь. Ну что ты, нельзя так. Давай. Ест. Ну, да чего сообразительный пес, а? Ведь он понимает, кто к нему с душой. Ну что ж, и я буду как-нибудь уговаривать. А хозяин в городе? Нет, в Москву увезли. А это зачем же? Сейчас объясню. Вы знаете, пока я ошейник не принесу, вы не выпускаете Бима. А я завтра приду утром. Ага. Ты не печалься, Бим. Вернется твой хозяин. Зовут его Бим. Он ждет хозяина. Один живет в квартире. Не обижайте его, люди. Какая же ты добрая душа, Даша. Это он, верный и умный. Погоди. Куда ты? Наверное, его хозяин очень хороший человек. Тихой и одинокой. Его на фронте тяжело ранило. А это сын. Погиб в горах. 4 года уж как. Эта жена не вынесла, умерла. А ты сама-то здешней будешь? Нет, я в Москве учусь. А сюда я к вам на практику приезжала, в архив работать. Здесь у вас замечательные русские писатели жили. Вот и Иван Иванович бывал. Все пишет и пишет. А можно посмотреть? Ну, чушь. Это же не письма. Для всех предназначается. Смотри на здоровье. Это он все тебе, Бим. Он тебя очень любит, Бим. К сожалению, мне нужно идти. Я завтра в Москву уезжаю. Практика кончилась. А вы не знаете, в какой больнице хозяин лежит? Не знаю я, милая, не знаю. Но я так рассуждаю. Если бы что, то уж сообщили. Ничего, Бим. Найду я твоего хозяина в Москве. Уезжаешь, значит? Да. До свидания. До свидания, Дашенька.
Вы подержите Бима, как бы он за мной не пошел. Да-да-да, Бимушка. Подожди. До свидания, Бим. Постой, постой. Делать-то будем. Отнимать надо. Смотрите, она ведь его сейчас прокусит, ребята. Попробуй, отними. Смотрите, несет. Видите? Это ты мне его принес. Ну дай, можно я возьму? А ты чей? Ну, здравствуй, черное ухо. Смотри, дал. Поздоровался. А может, она ученая? Конечно, ученая. У нее даже табличка на шее. Ну-ка, прости. Его зовут Бим. Он ждет хозяина. Один живет в квартире. Ребята, он, наверное, есть хочет. Надо где-то еду доставать. Мы сейчас принесем. Давайте, тащите скорее. Попробуй, Бим. Ну? Надо было колбасу принести. Я бы принес. Да у меня мать дома. Она меня наверняка музыкой заставит заниматься. А я эту музыку ненавижу. Вот только помидор по дороге достал. Можно ему твой помидор? Попробуй, Бим. Ну, съешь. Ну что же ты? Ешь, смотри, ну, смотри. Какой яблок. Посмотри, ну, какой вкусный. Ну, ешь. Смотри, красный. Ну, смотри, как вкусный. Ешь. Коль, ну, может, помидор-то все-таки будет есть? Не а? Хочет. Мне мама сказала, что все собак заразны, а это вовсе больной. Заразных собачатники ловят, а это и вон какая табличка. На, Бим, возьми. Взял. Ребята, ешь! Молодец, ешь, возьми. Молодец, молодец. Ешь, правда, ведь вкусно. Ну, съедай все. Молодец, ешь, порядок. А что ж ты раньше стеснялся? Чья собака? Ну, так чья же собачка, дети? Ничего. Моя. В данный момент моя. Ну так как же, ничья или его? У него табличка на шее. А ну-ка, ну-ка. А ну пусти. Ты зачем про табличку сказал? Mm. Ты что, я ж прав сказал. Нельзя лгать, мальчик. По табличке не твоя собака. Стыдно. Я что ж, тебя родители так научили говорить неправду? Ай-яй-яй-яй-яй. Хе-хе-хе. Я должен доставить собаку по месту назначения. Что вы делаете? Не троньте, не дам собаку, не троньте! Да подожди ты. Может, ее хозяина алкоголь заел. Тогда придется составить протокол, а собаку изъять. А таблички не доверяете? Доверяю, мальчик. Доверяю полностью. Но ведь доверяй и проверяй. Знаете вы, что такое бдительность? Вы этого не знаете. Пошли. Пошли. Куда? Пойдем, пойдем. Зачем ты про табличку-то сказал? Я откуда знал? Я думал, это очень хороший человек. Думал, думал. А ты зачем врал? Шурогу-то врал. Мое в данный момент. Да он все равно бы увел. Собаку-то ведь жалко. Думаешь, мне не жалко? Да ну вас, а еще взрослыми называйтесь. Ну чего? Хватит. Идем.
Я его звала-звала, его в дворе нигде нет. Ничего, Люсенька, придет. У него теперь ошейник с табличкой не пропадет. Опять привел. Господи ты, боже мой. Не гунди. 500-й знак в коллекции. С текстом. Ой. На, смотри. Редкая вещь. Ну уж отпусти. Чего сюда-то припер? Снял бы на улице. Нельзя было, пацаны привязались. И сейчас нельзя отпускать на улицу. Увидят его без таблички. Могут довести до сведения. Так что уж пусть ночует до зари. Шел в прихожую. Ты скажи. Спи, Люсенька, спи. Придет Бил. Еще не было такого случая, чтобы он ночевать не приходил. Спи, а я подожду его. Ты чего? Чего ты? Выпусти ты его. Уж утро, а то весь дом переполошит. Да смотри потихоньку. Не укусил бы. А ну, пошел прочь. Пошел прочь! Иди отсюда, тебе говорят. Ишь ты! Осторожно! Иван! Погоди! Укусить! Допрыгался! Я же говорила, укусит! Thank you.
откройте, пожалуйста. Девушка, не могу, не положено. Ну не могу. Открой. Ну а ты-то чего? Спасибо вам, что вы меня взяли. Что ж ты там позабыла, что так обратно спешишь? Ты что? Что с тобой? Черное ухо. Господи, за кем же ты бежал? Лапу поди отбил. Ну, идем, здесь нельзя лежать. Поезд пойдет, задавит. Ну, вставай, 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 мой хороший. Вот, вот так, пойдем, пойдем, пойдем. Идем туда, туда, туда. Идем. Хозяин, видать, бросил. Что и говорить, у каждого свое горе. Только в каждом горе кто-нибудь повинен. Вот ко всему виной. Мой вон как трезвый, так ко мне и к детям ласковый. А как нальется, драться лезет. С водкой беда. Почитай, всю мужицкую работу, которая ответственности требует, бабы теперь справляют. И на ремонте, и на блокпостах, Анисья! И диспетчерами. Анисья! Анисья! Эй ты, верхолаз! Ведь бел мне с рельс сошел! Ладно тебе! Упадешь! Молчи! Анисья! Вот придешь домой, я тебе накондыряю! Лови супругу! Попробуй, кондырячий! Она на работе! Я хочу ее видеть сейчас! Мне закончилось! Анисья! Да ладно! Ну, что, помещай, нельзя! Да ладно, ну что ты шумишь? Стой, молчи, пожалуйста! Никуда я не пойду! Стой, сказала! Куда? Ты чего ты не отзываешь? Ну давай, вали отсюда! Смешно! Вы чего кобеля в служебном помещении держите? Тебя забыли спросить, отвези! Милицию я приеду! Вот тогда будет! Давай, гуляй отсюда! Анисья! Придешь домой, и ты меня отвезешь! Как он на него бросился-то? Ладно, ладно, мы еще с тобой встретимся! Ты, Анисья, не убивайся. Мы тебя в обиду не дадим. Ему вон еще хуже. Человек хоть другим пожалиться может, а собака все в себе таит. Может, не насовсем ушел хозяин-то? Может, вернется? Ты куда? Гляди. А чего это он? Отлежался. Домой просится. Вот они все проводим. Московский пройдет, и тебя отпущу.
Большое спасибо. Вам спасибо. Так, с вещичками приехала. Бабушка, тетя Даша приехала. Ой, Даша, а у нас беда. Бим пропал. Вторую ночь ночевать не приходит. Значит, нет, его не вернулся. Приедешь, навестишь Ивана Ивановича. Скажешь, все, мол, в порядке. Вот только фотографии нет, послать нечего. Люсенька, тебе спать пора, уже поздно. Нет, лучше вы напишите письмо, что все в порядке. Ну зачем же? Ведь завтра тебе так и так в Москву ехать. Ну, Даш, ну зачем же писать? Не смогу я соврать. Ты попал, бедняга. Что ж теперь делать-то будем, а? С остановку улетит нам, конечно. Да еще в границах станции. А черт с ней, с остановкой-то. Все равно ведь сообщать надо. Давай, звони дежурному. Ага. Звони, звони. Ну, спокойно, спокойно. Дежурный? Помощник машиниста резервного тепловоза Лазарев говорит. Слушай, Дусь, переведи 13-ю, а? Ты что, в твоем уме? Да в уме я, в уме. Стоим мы здесь на 13-й. Собак в стрелку попала. Ну переведи, а потом обратно переведешь. Да ответим, ответим. Ну что она там возится? Ну переведи же скорее, ведь человека спасать надо. Ну вот и хорошо, хорошо. Давай вот туда. Вот здесь вот ее было. Вот так. Ну, поехали, поехали. Сейчас. Ты прости, друг, некогда нам. Пришел, Степанна, ну что я говорила? Пришел, ну слава богу. А что? Да где ж тебя так-то? Господи. Ой, Господи. Вот здесь теперь ночуешь, а завтра мы уж все обсудим. Хорошо. Дайте мне, пожалуйста, письмо. Оно у меня здесь. Бенюшка, сейчас. Это мне. Давайте. Сейчас разберусь. А этот ему. Это тебе, Бим. Иван Иванович написал, дайте Биму этот чистый листок, и он прочтет, что я жив и помню о нем.
Смотри-ка, чует. Ой, Люсик, ты что так рано стала? Бабушка, у меня важное дело. Палтич, Палтич, ну где же вы? Я же обыскалась просто вас. Дежурила с полком, а в чем дело-то? Пока вы там дежурили, у нас жил площадь, как понимаете. Ты что, не выспалась, что ли? Я-то выспалась, а вам отвечать придется. Я-то ведь все понимаю. А может, человек еще живой, а она уже с чемоданом придется. Сегодня ночевала, без прописки. Давайте ему побольше пить. Гулять выводите только на поводке. Но если с ногой станет хуже... Отведите к ветеринару. Угу. Все сделаем. Ты только Иван Иванович успокой. Все, мол, в порядке. Люся, тебе в школу пора. Тетя Даша, передайте это Ивану Ивановичу. А то фотографии нет, а он просил. Спасибо, Люсенька. Беги, я передам. И тебе, Даша, пора. Опоздаешь. Ну что? Что я вам говорила? Здравствуй, Палтич. Здравствуй. Это кто же вам разрешил вламываться в чужую квартиру и ночевать без прописки? А я за ней давно слежу. Она сначала примерялась, а теперь вот с вещичками притащилась. Во-первых, я не вламывалась, а вошла через дверь, которую открыли мне соседи. Ясное дело. Ты что несешь-то, Палтич? Во-вторых, эта собака находится на их попечении. Вы сами видите, что состояние ее очень плохое. Ее кто-то сильно избил. Ей изувечили лапу. За это придется отвечать. Я знаю, что вы не виноваты. У меня нет времени, я тороплюсь на московский поезд. Но я надеюсь, что все мои пожелания будут выполнены. А о дальнейшем я вам буду писать. Все будет выполнено, товарищ инспектор. Я тебя все равно найду. Ты от меня не скроешься. От гниль болотная, а? Ну, скажи. До свидания, Бим. До свидания. До свидания. Пожалуйста. Я на вас надеюсь, Палтич. Все будет в порядке. В следующий раз предупреждаю, ежели из Москвы. Слушай, кобелят этого беречь надо. Раз нам дали поручение, привяжи на цепь обязательно. Да разве можно такую умную собаку на цепь? Так он же обозлеет. Ну, обозлеет, зато жив будет. Вы должны уметь наблюдать окружающий вас мир. И если вы будете внимательны, то вы увидите, сколько в этом мире прекрасного, умного, доброго и интересного. И тогда вы вырастете людьми неравнодушными, людьми, которые помогут тому, чтобы жизнь стала еще лучше, прекрасней. Да, Коля? Марья Петровна, а что такое равнодушие? Равнодушие? Ну вот, например, я рассказываю вам, а кое-кто шепчется. Вот это и будет равнодушие. Марья Петровна, это все Люська виновата. Мы все очень переживаем. Не Люська, а Люся. Ну и что же вы переживаете? Она даже нарисовала. Люсенька, объясни, что это? У нас собака рядом живет. Она была веселая, а теперь грустная. Хозяина увезли. У него осколок вот тут. Я понял, Марья Петровна, понял. Вот Люська у нас неравнодушная, правда? Правда, Коля, правда. Очень интересно. Зря вы волновались. Я думаю даже, что мы дадим методические указания в другие школы. Провести уроки на тему о любви к животным.
Иван Иванович. Войдите. К вам пришли. Ко мне? Здравствуйте, Иван Иванович. Здравствуйте. Я к вам от Бима. От Бима? Почему вы не сделали снимок? Почему не взяли больного в перевязочную? Почему, наконец, не доложили мне? Вы теряете чувство ответственности за больного. Ну вот что. Если это еще Александр раз повторится... Александр Петрович, все в порядке. Ну, что тебе? Что в порядке? Так и сказали. Так и сказала. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы, оказывается, даже смеяться умеем. Да нет. Конспиратор. У меня, говорит, никого нет, кроме Бима. Да нет, тут такая история, понимаете? Нет, ну, тихо, успокойтесь. А это что такое? И вот из-за этого урода мы так волновались. Ну? Он вовсе не урод. А вы что, лично с ним знакомы? Да. Ну, тогда я сдаюсь. Будем готовиться к операции. Сейчас, когда все человечество озабочено сохранением окружающей нас среды, очень важно воспитывать в себе чувство жалости к животным и растениям. Вовремя приходить им на помощь. Но, конечно, это надо делать разумно и осторожно. Вот вы, например, можете пожалеть бездомную собаку? Можно, папа. А она бешеная. И к ней надо относиться с осторожностью. Или, например, подумайте, дети, вы только подумайте. В школе номер 21 одна девочка рассказала, что какой-то жестокий человек оторвал у бездомной собаки ногу. И несчастная собака с черным ухом навеки осталась калекой. Это недостойно советского человека. В какой школе рассказали? 21. На Первомайск. А теперь, дети, напишем сочинение на тему «Я люблю животных». Маленькое и теплое. Раздайте, пожалуйста, листочки и планчики-вопросники. Вопросы будут такого порядка. Как зовут твою собаку? Белая она, черная или какая? Кусается она или нет? Если кусает, то кого? Анна Павловна, а как зовут собаку с черным ухом? Бим. Бим, отпустите меня, Анна Павловна. Я пойду искать Бима. Пожалуйста. Сядь. Ты мешаешь другим работать. Любят ли ее твои папа и мама? За что ты любишь собаку? Почему корову доят, а лося не доят? Надо ли любить животных? Анфа, ну отпустите. Не отвлекайся. Думай и пиши сочинение. Я с урока сбежала прямо к вам в школу. А тут мне мальчишки помогли тебя найти. А кто тебе сказал, что у Бима лапа оторвана? Да учительница. А я ей сразу не поверила. Она все по тетрадке говорила. Ну вот мы и пришли. Узнал он тебя, узнал. Вот что с ним сделали. Как же так? Избил кто-то. Он уже есть перестал и не пьет совсем. Погодите, погодите. А где же табличка? Была же. Была, Толик, была. Кто-то снял, видно, вместе с ошейником. Я уж ему новый купила. Тебе чего, мальчик? Зачем вы сняли табличку с Бима? Ты что, очумел? Вы же его увели с табличкой. Я отпустил с табличкой. Он же меня укусил. Вы, дяденька, врете. Бим ласковый пес. А вы его избили, сделали инвалидом. Я? Я вру, щенок. Где твои родители? Говори. К моим родителям вы не пойдете, потому что вы обманываете меня, дяденька. А это стыдно. Да это он со старшим так. С заслуженным. Да что ж за поколение-то воспитали? Да я тебя... Да ничего вы мне не сделаете, потому что вы трус и лжец. Но я еще с тобой встречусь. Ты мне еще ответишь. Эх, вы! Ты что? Словно опять тебя кто укусил.
Ох, и допрыгаешься ты со своей коллекцией. Встретил того собляка, у которого собаку увел. Во-во. Вот пойдет он в милицию, заявит. Они придут, увидят все вот это и заберут. Не заберут. Не то время, чтобы честных граждан забирать. Да я не о том. Лучший вид обороны нападения. Заявление надо писать. В газету и ветеринару. Ты где это пропадал? А? Ты забыл, что у тебя музыка сегодня? Я не хочу. Не хочу заниматься музыкой. Но это мы будем решать, чем ты будешь заниматься, чем нет. Мы тебе не позволим вырасти бесчувственным тунеядцем. Бежала собака беспородная сеттер с черным ухом. Вырвала из соответствующего места моего организма кусок мяса. Совершенно верно. Бежала как бешеная, требую либо ее изловить и уничтожить, либо я буду жаловаться выше на ваш бюрократизм и бездушие в деятельности. Куда она вас укусила? Где, когда, при каких обстоятельствах? Вот сюда. Угу. Улыбаетесь. Вы меры принимаете, а не насмешки строите. Вы не горячитесь. Я ведь собак лечу. У нас с ними другие отношения. Другие отношения. Вы не помните, у нее номерок на шейнике был? Не было. Вы не ошибаетесь? Не было. Ничего не было. Ясно. По Старовской, это из ветлечебницы. У меня тут укушенной бешеной собакой. Что-что? Какое животное? Это не животное. Это Homo sapiens. Да что еще за Homo sapiens? У меня фамилия есть. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Хорошо, ждем. Все в порядке, сейчас приедут. И что же, на вас государство деньги тратит? Совершенно верно, у нас ветеринарная помощь бесплатная. Бесплатная. Вот куда наши денежки-то идут. Зарезать его и в суп. И вообще передавить всех, чтобы не болели. Вас, между прочим, тоже бесплатно лечат. Сравнили. А я и сравниваю. Где укушенный? Вот. Куда? Туда. Ага, ясно. Снимайте брюки. Да вы что? Да снимайте жену. Давайте, давайте, давайте. Это что вам, шутки, что ли? Сколько времени прошло? Дней 10. Через 4 дня взбесится. Одевайтесь. А сколько времени не купались? С прошлой субботы, перед укушением. Боялся засорить. Место-то серьезное. Да, место у вас действительно очень серьезное. На пункт немедленно. Уколы против бешенства в живот в течение 6 месяцев. Да вы что, очертенели? Ничего не очертенели. Не подчинитесь, силой будем действовать. Через милицию. Дома вас возьмут, если вы такой темный человек. Кто? Я темный человек? Да вы знаете, где я в свое время работал? Ладно, меня это не касается. Вы что? Вы что тут устраиваете? Сговорились? На пункт, на пункт, на пункт. Стоять, 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 тебе говорю. Тихо, тихо. Николай Егорович, вторые сутки ведь ничего не ест. Ты сегодня опять поздно пришел, Толик. Я ж на музыку не опоздал. Слышишь, он мне одолжение делает. Болтаешься по улице со всякими хулиганами. Ты бы действительно поменьше по улице гонял. Ну, бешеный собак появился. А ну-ка покажи. Ну, дожили. Знающих место пребывания собаки беспородного сеттера с черным ухом, а также укушенных ею, просим сообщить по адресу. Граждане, будьте осторожны, не молчите. Что с тобой, Толик? Ты что, испугался? Поймают ее. Непременно поймают. Папа, правда? Ну, конечно, поймают.
Тебе чего? Не врача. У нас выходной. Никого нет. А вы? Я фельдшер. А больных наших оставлять нельзя. Они не мые. Денька. Ну? А у вас адрес есть? Какой адрес? Домашний адрес вашего врача. Зачем тебе? Денька, мне очень-очень нужно. От этого зависит жизнь. Жизнь? Вы, я гляжу, тоже по этому делу. А как же? Общественность должна помогать. Я эту собаку знаю. И где ее прячут, знаю. И хозяев знаете? Хозяев у нее нет. Был. Бесхозная. Я так и думал. Она что же вас укусила? А как же? Я и заявление принесла. Правильно, что сознательность проявляете. Здравствуйте. Здрасте. Вот тут по тому же делу. Что, тоже укушенная? А как же? Она знает, где эту собаку можно изловить. Пройдите, пожалуйста. Па-па-па-пам. Здравствуйте. Здравствуйте. Граждане. Здрасте. Николай Егорыч. Николай Егорыч, я к вам от Белоубима. От кого? От Белоубима. Ну как же вы меня, сознательная общественница, и шприцом в живот. Я ведь для пользы дела. Я ведь в интересах государства. А вы в живот. Да вы лучше скорее собаку изловите. Успокойтесь, гражданочка, меры уже приняты. За собакой поехали. А вас мы не отпустим, пока не сделаем укол. Вот попейте водички, успокойтесь. Не хочу я воды, меня с вашей воды тошнит. Вот видите, вас тошнит от воды. А это первый симптом. Ложитесь. Я тебе выпишу рецепт, а потом расскажу, как собачку лечить будешь. Всем выйти, кроме хозяина. Собаку забирать будем. Не будете забирать собаку. То есть как это не будем? Вы что, газет не читаете, гражданин? Да вот так не будете. Я ветеринарный врач. Пожалуйста. Никакая она не бешеная. Просто изуродованная, избитая людьми добрыми. Можете в этом сами убедиться. Да вы пистолет-то спрячете. Ох. А ты и правда не бешеный, а очень даже симпатичный пес. А нас, понимаете, по рации вызвали. Квартира 19 ведь? 19. Ну вот видите, неувязочка какая-то. Разрешите идти, товарищ ветврач? Пожалуйста, пожалуйста. Извините. Ну что ж. Извините. Ошибка получилась. Пойдемте. Ну, слава богу. Я догадку имею, кто вас вызвал. Да что же такое, господи. Вот по этому рецепту закажешь мазь, будешь мазать ему лапу, а по этому микстуру. А вот тебе деньги. Спасибо, спасибо, у меня есть. Как тебя зовут, герой? Толик. Хороший ты мужик, Толик. Ложный вызов. Поехали. Ты когда уймешься, а? Ой, не надо, не включай. Слышь, я прям не на радость на сына. Все собачьи глупости вылетели у него из головы. В школе записался фотокружок. Сегодня опять что-то в ванной проявлял. По-моему, ничего не вышло у него. Ну, не все сразу. Ты представляешь, сам начал заниматься музыкой. Да так, что не оторвешь. Вот что значит вовремя принять меры. Сядь, Люся. Обними его. Вот сейчас хорошо. Снимай. Ну, куда теперь пойдем? Вот это правильно, что на цепочке. Значит, вы, ребят, так сказать, шефство над собакой взяли. Это хорошо. Но только не в ущерб учебе. Тебя-то я знаю. А ты? Да я не отсюда. Я просто их друг. Он наш друг. А это не та собака бешеная, о которой в газете писали, а? Не та, не та. Проходите, гражданин. Ну, гуляйте. Мальчик несколько раз пропустил школу. Убегает с последних уроков, стал рассеянный. А началось все с сочинения, за которое я ему поставила двойку. Вполне заслуженно. Полюбуйтесь.
Ее зовут Бим. Она белая с черным ухом. Так играла с нами, о господи. Мама и папа ее не могут любить. Мама говорит, что от цветов в доме одна грязь. Это точно. А я люблю, сам не знаю, просто так. Черт что, мышей боюсь. Корову доят, чтобы было молоко в магазинах. И чтобы выполнялся план. Ну что это? Прям дефективный какой-то. А лося не доют. Потому что в магазинах не бывает лосиного молока. А Бима я все равно найду. Хоть вы, Анна Павловна, мне все равно. Ну что это? Это же из рук вон. Спасибо тебе, Толик. Ну, что бы мы без тебя делали? Ты родителям передай привет и благодарность. Они поди интересуются, куда ты ходишь. Интересуются. А мои папа и мама далеко. Ты не расстраивайся, Люсь. Не навсегда ведь. Что делать, раз надо? Приеду. Конечно, приедут. А Иван Иванович вернется? Обязательно вернется. Люсь, я тебе завтра чешские цветные карандаши принесу. Правда? Если у меня все получится, мы сделаем альбом с фотографиями и твоими рисунками Бима. Мой сын врет. Мой сын прогульщик, хватит, мне это надоело. Никаких гуляний, все. Но папа! Я ничего не желаю слушать. Ты потерял мое доверие. Довольно. И никаких собак, тем более бешеных. Это неправда, папа. Ты слышишь, твой сын говорит, что в газете написано неправда. Это неправда. Никакая она не бешеная. Я знаю. Ну, может быть, ты покажешь мне, где она? Ну, говори, говори. Я вам больше ничего не скажу. Организуйте круглосуточное дежурство и держите меня все время в курсе. Я сейчас приду. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. А вам сегодня нельзя? Да я только узнать. Узнать? Ну вот видите, как теперь называют эхо войны. 16,35 грамма. Так что вы можете сообщить... Этому, как Биму с черным ухом. Спасибо вам, профессор. Спасибо за все. И от Бима спасибо. Эй, стой! Куда торопишься, а? И как тоже ехать собрался, а? Постой, а ты мне вроде знакомый. Не помнишь? Собачья душа. Что ж ты один-то, а? А ну-ка, пойдем. Пойдем, пойдем. Сидеть. 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 Просим покинуть помещение. Куда? Куда? Здесь. Твоя собака? Моя, ясно, моя. Милок, узнай. Да погоди ты. Погоди, сиди. А куда же она у тебя так рвется-то? Ты как куда? Охотницкая. Вот возить с собой нельзя, дома оставить не с кем. Соседи ругаются, воет. Ну тогда отдай ее мне, а? Ишь ты какой. Может, тебе кошелек отдать, а? Ну, продай. Ты серьезно? Серьезно. Выйдем.
Иди сюда. Сколько дашь? Ну, 10 дам. Что, связываться? Ну, а сколько же ты хочешь? Четвертак? У меня и нет столько-то. Вот 15 могу. Ну, ладно, давай. Если б не соседи, то все письма пишут, жалуются. Ну, поехали, что ли? Что хотят, то и делают. Больше личный автобус. Зовут-то ее как? Черное ухо. А ведь не твоя собака. Да моя. Черное ухо, точно. Слушай, парень, отправляемся. Следующая остановка Прасолова. Куда, куда? Пойдем домой. Идем домой, домой, домой. Не рвись, не рвись. Ну, что теперь сделаешь? Продали тебе? Продали черный ух? За деньги продали. Имя твое доброе продали. Ты ведь не черный ух, так собак не зовут. Я ведь сразу догадался, что ты не его. Что сделаешь? А вон и деревня наша, будешь жить у меня. Ну, а за деньги ты не обижайся. Иной вон не то, что тебя. А честь, совесть может продать. Ты собака, черноух. Ты этого не знаешь? Это хорошо. Да, погоди, погоди. А вот пущай-ка ты будешь черноух. Это по-собачьи. Черноух? Вот видишь, само собой вырвалось. Так тому и быть. Черноух. Вот сюда. Вот так. Вот мы и дома. Мамань, батя из города приехал. А вот и мы. О. Ну, смотри, а? Бать, а где ты такой взял-то? Расскажу, потом все расскажу. Алешка, ты там кури и загони. Сейчас. Ты где же ее подобрал-то? Ой, целая история. Бабушка, Толик, Толик пришел. Ой, Толик, да где ж ты пропадал-то, Толик? Обстоятельства разные. У меня совсем нет времени. Это для Ивана Ивановича фотографии. А это тебе, как обещал, карандаши. Ой, спасибо. Люся, пойдем к Биму, а то я очень соскучился. Люсь, ну пойдем. Нет, Бима, Толик. Нету. Как так? Третий день уж как пропал. Как же это случилось? Я виновата, Толик. Я выпустила его. Он так просился. Тебя нету. У меня ноги совсем не ходят. Люсенька в школе. Не плачь, бабушка. Ну как же не плачь, Люсенька? Вон Даша письмо прислала. Спрашивает, как Бим. А что я напишу про Бима-то? Вы не волнуйтесь. Мы Ивана Ивановича не будем расстраивать. Фотографии ему пошлем. А Бима я все равно отыщу. Алёша, иди-ка я ему молочка плесну. Держи-ка. Вот тебе молочко парное. Пей, Чернау, пей. Ма, а глаза-то у него как человеческие. Правда человеческие, добрые. Ты грустный. Поди бы хозяин тоскует. Ясное дело. У такой собаки обязательно должен быть хозяин. Дорогие Степан и Люся, дорогой незнакомый мне Толик,
Профессор обещал на днях меня выписать, так что скоро увидимся. И еще раз спасибо за фотографии. Больше не пишите мне. Это ты, что ли, Клим? Я. Ну, заходи. Вечер добрый. Как раз к чаю. Раздевайся, садись с нами. Не хлопочи, Петровна, не хлопочи. Я чай не уважаю. Я насчет Черноуха. Пропадет собака без охоты. Аль убегет. Продай. Я тебе за нее 25 дам. Нет, не продажная. А ты где ее взял? Купил. У кого? Ну вот я тоже сомнений имею, но чувствуешь, что собака-то эта важнецкая, беречь ее надо. А ежели хозяин объявится? Отдам. Вот и плакали твои денежки, а я ему 25 даю. Не продам. Во, гляди, чует охотника, а? А ты загубишь ее, жаль-то какая. Алешка подрастет, вот они вместе делом и займутся. Что ж ты пацана уважаешь, а меня уважить не хочешь? Не будет дела, Клим, не будет. Ну и мужик у тебя, Петровна, без всякого соображения. Сам говорит, беречь надо. Я ведь не для себя стараюсь, а ты... Клим, погоди. Ну? Ладно, бери на охоту, просто так. Пущай Черноух соблюдает свою породу, как ему по уставу положено. Только обратно в этот же день приводи. Господи, ты что же, вы меня не знаете, что ли? Все будет путем, как надо. А родители-то где? В город уехали. Я его и запер, чтобы не бег за ними. А я, значит, как договорились. Ну, давай. Ну, Черноух, пошли на охоту. Эх, жаль мне в школу, а то бы я с вами. В другой раз. Рядом. Рядом. Вперед. Чтоб вечером Черноух дома был? Да ладно, будет. До свидания, Черноух. Хватит. Вперед. Ты иди, ты. Что ли? Какую книжку-то купили, а? Пособие по охотничьему собаководству. Ну ты куда ж запропал? До Клима ходил. Раздевайся. Алён не привел Черноух. Еще с охоты не пришел. Придет. Куда он денется? Эх, Алёшка, ты посмотри, чего я Черноух-то купил, а? Ты посмотри, настоящий поводок с ошейником. Он как в книжке написано. А вдруг Черноух пропадет? Ну, не пропадет, он же с Климом.
Да я же тебе говорю, я пальцем его не тронул. Как только ремень снял, он как чесанул и почесал, и почесал. За вами ты его и почесал. И главное, он от меня, я за ним. Ухватиться-то не за что, а шейник-то к ремню пришит. Врешь ты все. Побил его, вот он и убег. Побил. Я его всю ночь искал. Я по роже вижу, как ты его искал. Да продал он его. Ну, а ежели продал, так и скажи. Ничего я тебе не сделаю, пойду выкуплю. Да кто его купит? Сдался он мне. Он же негодный для охоты. Я его и просить больше не буду. Он, небось, вот уж домой прибег, а ты мне здесь душу травишь. Да нет у тебя никакой души. Ни души, ни совести. Ты меня не оскорбляй. Пошел он к черту, алкоголик. Из-за какого-то кобеля стромить человека. Да пропади он пропадом. Ну чего ты от него хочешь? Идем, Алеша. Жалко, что совсем не пришит. Скорей, скорей, Алёшка, скорей! И как автобус только что прошел. Папань, и тут все в крови. Видать, здесь Черноух отлеживался. Побил его Клим, кровь побил. Эх, и как только земля таких держит, зверь. Черноух! Черноух! Да не зови ты его зря. В город он подался. Веру в нас потерял.
что такое? Это Бим, мама, Бим! Уйди от него! Не надо, мама! Толик! Толик, я тебя прошу, отойди от него! Не отойду, это же Бим, он сам меня нашел, сам, он умный, добрый. Ты же видишь. Это что-то самое? Да, мама, это Бим. Прогони сейчас же. Не прогоню. Толик. Не надо, мама, пожалуйста. Прогони ее немедленно. Мама, это же Бим. Чтоб духу ее не было здесь. Он хороший. Я не потерплю этого что Бима такое? В доме. Что папа, это Бим, он нашел меня, он сам меня нашел. Что, черный ты посмотри, папа. Пожалуйста. Ну чего, пап. Собачка хорошая. Ну что ты мелешь? Мокрый, грязный. Да что хороший. Ты мелешь? Вот так у нас всегда бывает. Мать одно говорит, а вы другое. Вот изуродуйте ребенка. Спохватьтесь, Семен Петрович, ну, да тихо, поздно будет. Тихо, тихо. Да как же тихо, пьем. Как тихо? Ну куда я пойду, он же укусит его. Ты. Ну что ты говоришь, тот же бродячий. Прямо не знаю. Да он никого никогда не кусал. Он добрый, послушный. Перестой, ну что ты. Сейчас обо всем поговорим. Если тебя выгонят, мы вместе уйдем. Я тебя не отдам. Пойдем ко мне. Пойдем. Ну, что ты думаешь? Я не хочу, чтобы он большим человеком стал. А не собачником каким-то. А ты при нем изуродуешь ребенка. А ты? Ребенок только взялся за ум, музыкой занялся. А тут бродячая собака. Да в нашу образцовую чистоту. Да ведь он же от нее заразится черти чем. Мать, прогони пса. Ни капли ты не представляешь, что такое тактика. Да провалитесь вы со своей тактикой. Тут надо делать с умом. Все будет хорошо. Иван Иванович операцию сделает. Он поправляется. Ну ладно, пусть поживет, что ли. Спасибо, мама. Но спать он будет только в прихожей. Хорошо, пойдем, Бим. Пойдем. Пойдем. Мам, я возьму коврик. Бери, бери, бери. На место. Лежать. Мам, посмотри, какой он умный. Вижу, вижу. Толик, иди, детка, спать. Поздно уже. Ну, еще немножко. Иди, иди. Сейчас, мам. Спокойной ночи. Выходи.
справишься. Вот тут тебе мясо. Ты что, не спишь? У нас валидол есть? Чего? О, Господи. Какие нервные все стали. Ну, что тут страшного произошло? Собака тебе дороже сына. Замолчи. Не понимаю. Вот именно. Скажи что-нибудь. Мама, где Бим? Где Бим, мама? Он пописать захотел. Папа его выпустил, а он убежал. Понимаешь, папа звал, 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 а он не пришел. Пап, подтверди мои слова, правда ведь? Ну, придет, придет. Ну, не придет, сами разыщем и возьмем его к себе. Обязательно возьмем. Найдется. Собака не иголка. Не надо, пап. Я вам больше не верю. А Бима я все равно найду. Подержать вас придется. Ну что вы, не надо, профессор. Да нет, ну, денек-другой. В общем, недельку. У меня уже билет куплен. Ах, билет? Ну ладно, бог с вами, поезжайте. Я же знаю, что вас там ждут, не дождутся. Да. Вот, возьмите. Что это? Так, погремушка на память. Такая малость. Да, и столько хлопот. Завидую вам. Мне?
Это же прекрасная доля. Извлекать осколки из сердца. Истреблять боль. Ну, не преувеличивайте. Таких осколков становится все меньше и меньше. А вот других, невидимых, которые ранят не менее жестоко, тут мы, хирурги, бессильны. Они скорее уж по вашей части. По моей? Ну, ладно, ладно, конспиратор. Ну, что вы. Можно. Если интересно. Лес молчал. Лишь чуть-чуть играли золотые листья березы, купаясь в блестках солнца. Ах, желтый лес, вот вам и кусочек счастья. Вот вам и место для раздумий. В осеннем солнечном лесу человек становится чище. Да, почаще бы всем нам в этот желтый лес. Спасибо, Александр Петрович. Спасибо. Да, кстати, а кто эта девушка, которая так помогла нам? Кто она вам? Кто? Никто. Откуда же она вас знает? Она нас познакомила вот он. Бим. Костя, ты? Это я, Семен. Семен? Ну, здравствуй, здравствуй. Чем обязан? У меня к тебе просьба. Объявление нужно дать. Ну, так вот, я тебя и прошу, по старой памяти, без очереди, как можно скорее. Нет, ну, если по старой памяти, то попробуем всунуть в воскресный номер. Давай, диктуй. Ага, понятно. Пропала собака. Белая, с черным ухом, по кличке Бим. Ага, необычайного ума и весьма сообразительная. Ну что ты хохочешь, что хохочешь? Тут, понимаешь, такое дело, я не знаю, как сыну в глаза смотреть, а ты... Иди сюда. Ну ладно, не ори. Мы тут с одним человеком беседуем. С каким? С хорошим человеком. Здравствуй, папа. Папа, я сегодня ночевать не приду. Хорошо, Толик, хорошо. Ты бы адрес дал, а? Ага, давай, 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 давай. Так. Ты где пропадал? Буксовал в лесу. У нас сын пропал. Не пропал, а нашелся. А мог бы пропасть с нашей помощью. Ты что несешь? Где он? Он сегодня не будет ночевать дома. Псих! Хоть бы сапоги-то снял. И за той чистотой следишь.
своего хозяина. Уходи! Кому говорят? Ты чего уставился? Ну, чего уставился, а? Все равно не пущу. Расселся. Ой. Чья собака? Моя. А чего без ошейника? А попробуй одень. Видишь, веревку перегрызла и кусается. Сбесилась. Обязательно сбесилась. Вот укусит кого-нибудь, а мне отвечать. Привяжи. Заберем ведь. И слава богу. Я ведь сама ходила, писала, просила. Ну, заберите, пожалуйста. Не бешеная она. Больная, это верно. Что делать будем? Брать будем, раз хозяйка просит. А может, врет? Да какое наше дело? Давай, сочет. Берите, берите, вам все спасибо скажут. Не нравится. Чего сглабилась? Не умеешь собак держать, так и не мучила бы. Сама наела лягушкино рыло, а собаку довела жутко смотреть. Ах, ты собашник вонючий. Ты меня, порядочную женщину, оскорбляешь, гад? Ты не безобразь. А то сейчас как накрою под саком, да в железный ящик. Таких, как ты, надо хоть на недельку в году сажать вот в такой вот фургон. Алкоголики несчастные. Извините. Вы знаете, мы уже опаздываем. Опаздываем? Да вы не беспокойтесь. За ночь нагоним. Собрались. Еще часа полтора ехать. Чайку хотите? Нет, спасибо. Не хочется. Прибываем вовремя. Товарищ, вас не Толиком зовут? Толик, а что? Я вас дома был, по объявлению, насчет Черноуха. Черноуха? Бима! Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, местную, местную. Спасибо, давно не читал. Не ваш собак пропал. Собака? Там в конце напечатано. Вот эту записку передадите сторожу. Ясно. А газетку? А, на, держи. Быстренько, быстренько.
Вот так. Поля, отвезешь на карантин ее? Будет сделано. Желаю успеха. Если бы не операция... Есть тут кто-нибудь? Есть тут кто-нибудь? Ну, чего шумишь? Чего шумишь? Нет тут никого. Отгул у всех нынче. Скажите, за последние 3 дня собак не привозили? В четверг и пятницу не отлавливали, а вчерашний есть. Мало только. Можем посмотреть? Завтра. Придет врач и скажет, какую в науку, какой укол усыпительный на шкуру. А бывает, взрывает и со шкурой, бывает, и жгут, значит. А как же, на то и врачи. А охотничьи попадаются? Редко. Таких не расходуют и в науку не отдают. А сперва пожнут хозяина или звонят в союз охотников, так и так, ну, разберитесь. А одна там такая есть. Иван сказывал, сама хозяйка сдала. А как? А может, у ней муж помер? Пропустите меня, пожалуйста. Я ищу свою собаку. Видишь, написано? Посторонним вход строго воспрещен. Читай и понимай. Выходной сегодня. Постой, подожди. Ну ты что, человек или заковыка? Он же только что из больницы. Осколок свой наносил вот тут. Операцию сделали, вынули. А она, понимаешь, пропала. Собака-то замечательная. Может, она здесь сидит? Замечательных не сажаю. Сажает вредных, чтобы не заражали. Слышь, шеф, иди сюда. На тебе рублишко, пропусти нас. Чего? Ну, пропусти. А ну, уходи отсюда. Да я, знаешь, на войне скольких таких притаскал со осколком на своей спине. А ты мне. Заходите, товарищ. Спасибо. Ну вот, я же тебе говорю, а тебя не пущу. Заковык. Сам ты заковык. Разошелся. Заковык. Эй, тут, в фургоне. Можно мне его взять? Чего ж теперь? Приходи завтра. Я и так свою власть превысил. Ну что там, хана? Спасибо. Алёша, это, кажется, Иван Иванович. Иван Иванович! Иван Иванович, это вы? Я. А я Толик, помните, Толик? Я вам фотографии Бима и письмо. Толик? А это Алёша. Он тоже Бимов друг. Бим у него в деревне жил. Мы Бима ищем. Нас направили. Предупредить надо. А Бима здесь нет? Нет тут его. Нет, мальчики. Бима тут нет. Иван Иванович, не обманывайте нас, пожалуйста.
Нет, Бима здесь нет. Надо искать, ребятки. Искать. Это к чему же три выстрела-то? Это у них так полагается, у охотников. Сколько лет собаки, столько и стреляют. Вот зараза. Берите, говорит, я хозяйка. Вам еще все люди благодарны будут. Вот и поверь такой гадюке. Эх, знать бы раньше. Ну, чего ж теперь? Чего-чего, ничего, не хочу я ничего. Полный расчет беру, все, баста. Иди сюда. Иди, лохматый, иди. Беги, собака, спасайся. Ты что? А что? Ну, что две собаки было. Ну и что? Одна покончилась, другая убежала. И весь сказ. Отдайте ее мне. Есть у меня для нее хозяин. Вряд ли я пережил бы тот день, если бы не было со мной рядом этих чудесных мальчишек, которым я солгал. Я не хотел отнимать у них надежду. Ведь и ложь бывает святой, как правда. А жизнь идет, идет потому, что есть надежда, без которой отчаяние убило бы жизнь. Сейчас зима, но я знаю, обязательно будет весна. И будут подснежники. В России бывают и зимы, и весны. Вот она какая наша Россия. И зимы, и весны обязательно. Я знаю, я верую. Жизнь продолжается.